На конкурс дети читают стихи. Радьков Кирилл, 5 лет. Стихотворение Белозерова «День Победы». Детский сад «Колокольчик», Ивановская область, Бичужский район, поселок Каменка. Майский праздник, День Победы, отмечает вся страна. Надевают наши деды боевые ордена. Их с утра зовет дорога на торжественный парад. И задумчиво с порога вслед им бабушки глядят.